Полезные программы XBLAS Modding Tool. Что это такое и с чем это едят? Данный программный пакет представляет из себя сборку различных редакторов и компиляторов в красивой графической обертке. XBLAS – это удобный инструмент для создания и работы с модами, предустановленных в вашем Steam игр. Отдельно стоит отметить наличие MapBase сборки в предлагаемых шаблонах. Если в данном окошке игры недоступны, то вам стоит проверить, установлен ли у вас SourceBase 2013. Без него моды не создаются. Итак, вы можете либо выбрать уже существующую игру или мод и начать редактировать его, или просто запустить в разных режимах, что очень удобно. Либо можете создать свой мод за пару кликов следующим образом. На каждой из вкладок программы завуалированы те или иные всем нам знакомые редакторы и компиляторы. Отдельно следует отметить некоторые из следующих возможностей. Вы очень просто можете создавать и редактировать названия глав и иллюстрации к ним в меню игры. Да и само меню тоже, если вы понимаете, за что отвечает каждый из блоков. Но уж про создание новых ВПК и включение их в игру не стоит и говорить. На вкладке Animations вы можете запустить редактор для хореографических сцен FacePoser. Однако, только если в вашем VProject конфиге был настроен путь до GameInfo файла вашего мода. На нашем канале уже были видео на эту тему, и хотелось бы, чтобы редактор сам умел автоматически менять путь VProject. Может быть, автор услышит эту просьбу однажды. Во вкладке Map тоже ждут приятные сюрпризы. Можно запускать редакторы Hammer++ для Source Engine и Jackhammer для старых игр на движке Gold Source. Самое приятное, что настраивать их не придется, все работает с коробки. Увы, для Garry's Mod пока что нет нативной поддержки. Программа также имеет встроенный редактор для текстур, что в какой-то мере может заменить для вас старый добрый VTF Edit. Но далеко не всегда. Также очень полезен будет Skybox Editor. Вы в реальном времени можете загрузить 6 изображений и расставить их как вам угодно, оценив итоговую картину без нужды запускать игру. Кстати, там же присутствует алгоритм подбора идеальных параметров для сущности Light Environment Wellhammer. Последнее, что хочется упомянуть, удобный генератор Soundscape, где благодаря удобным шаблонам можно на коленке собрать нужный вам звуковой скрипт. Более углубляться в софт мы не станем. Наше дело уведомить вас о том, что он существует. Возможно, дополнительно стоит сказать о том, что на Valve Wiki у проекта есть своя страничка, где вы сможете найти ответы на возникшие вопросы. Скачать же проект можно на GitHub, ссылка будет в описании ролика. А пока попрощаемся до следующего раза. Удачи, тамадачи!